Дети со всей страны построят в Югре город не простой, а высокотехнологичный. В Ханты-Мансийске стартовал детско-молодежный форум «Наноград-2019». Сюда съехалось больше 200 детей из Москвы, Пензы, Казани, Сочи и других городов. Форум проходит уже 9-й год, каждый раз на новом месте. 10 дней дети от 5 до 17 лет будут решать реальные бизнес-кейсы, которые обычно разрабатывают крупнейшие компании наноиндустрии. В вымышленном городе пересекаются образование, бизнес, искусство. Встречаются студенты, учителя и ученые. Все они строят город, в котором есть свой мэр, телеканал, пресс-центр, спортивный комплекс, ЖКХ и даже валюта под названием «Нанокотики». Идеи, которые возникают в Нанограде, в дальнейшем воплощают в жизнь. Мы конкурировали с рядом субъектов нашей страны за возможность организовать на своих площадках у себя в округе такое мероприятие. Я искренне рад, что уже даже сегодня в оценках организаторов прозвучало то, что это лучший пока наноград из 9 тех, которые прошли. Это очень важный проект. Говорим, ребята сегодня креативные, молодые, которым интересно и хочется что-то поменять в своей жизни. У них есть живое общение со специалистами предприятия, с инженерами, с технопредпринимателями, то есть с теми, кто на самом деле сегодня производит высокотехнологичную продукцию. Это первое. Второе. Это, конечно, возможность попробовать себя и с точки зрения там, своих компетенций, нарастить их основательно. Это получить дополнительные знания.